А мы черный хлеб просто говорить есть. Можно, пожалуйста, черный ребенку нельзя делать? Не надо менять, отдай обратно. Это шутка. Ребят, свечи попозже, попозже. Сначала еду раздадим, хлеб. Вы будете дочери полка. Да, можно чуть-чуть. Я похожа на кормящую мать. Вы похожи на самую лучшую мать на свете. Моя зайца. Благодарю. Братик, мы ничего не продаем, но когда будет, в следующий раз мы обязательно дадим. Ну, может быть, у Вовы, не знаю, есть одна сигаретка. Так, сигареты у меня, к сожалению, уже нет. Спросите, вот там парни были. Ребята, вот маленький. Грудничок. И вот и у меня. Дай вот грудничкам еще, Вова. Две девочки, грудничок. Вот еще грудничок. Я просто его сюда не... А там моя дочь. Да-да, хорошо. Так подходите сюда. Да? Два. Да. Вот. Так, раз. А сока нету? Сок? Да-да, там детка. А есть там сок? У меня мама кормящая. Дайте. Спасибо. Что он дает? Что? Вот, кормящая мама. Я не мама, я бабушка. А, вы бабушка? А вы глядите, как кормящая мать. Да? Разрешите. Спасибо.